Всем привет, с вами Алан, и знаете ли, вы когда-нибудь задумывались, как могла бы выглядеть Half-Life 2, сделана она была бы на движке первой халвы? Так вот, сегодня мы с вами сможем лицезреть это чудо геймдева с помощью одного прекрасного мода под названием Half-Life 2 Classic. Это его демо-версия, поэтому давайте мы без лишних слов попробуем прямо сейчас начать и посмотреть, что к чему представлено в этой демке. Half-Life. Ёшкин кот. Rise and shine, Mr. Freeman. Джимен, ты пьяный, иди домой. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving. С другой стороны, модель сама по себе примерно такая же, как и в Half-Life 2 по качеству. Интересно. Well, let's just say your hour has come again. Что это за стены? Не смотри на меня так. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Да, я очень хочу проснуться от этого кошмара. Все, уходи. Пожалуйста. А вот и мы, собственно, тот самый поезд. Ну и что можно сказать? Здорово. А вас немножко штырит, господин. И вы мыльный какой-то. В принципе, выглядит-то все неплохо. Текстурки. Блин, напугало. Текстурки, да, довольно вписываются. Брин, сделанный гифкой. Ну нет, ну, серьезно, это ж просто зацикленная анимация. Но прикольно. Так, здесь раньше был этот вортигон, там стоял с метелочкой, ну вы помните. И сюда прохода не было, ну раз он тут есть, давайте пройдемся, посмотрим, что тут есть вообще. Вот это, конечно, текстуры, рельс. 10 из 10. Что ж, давайте покинем эту область, а то там все очень... скудно. Комбайн. Это... это даже немного... это и смешно, и грустно одновременно. Ты не будешь меня бить? Блин, что-то не по канону. Overwatch stopped our train in the woods and took my husband for questioning. They said he'd be on the next train. I'm not sure when that was. They're being nice though, letting me wait for him. Я не уверен, что с твоим лицом, барышня. А еще это эхо меня бесит. Ладно. Так. Тут полностью пустая комната, кроме этого автомата с газировкой. Ну, это же самая важная вещь. И, в принципе, текстурка-то, ну, прочитать-то можно. Значит, норм. А вот эта сцена вообще по освещению похожа на то, что мы видим в Half-Life 2. Теней, правда, не хватает, но... такое. Don't drink the water. They put something in it to make you forget. I don't even remember how I got here. Что с твоей головой? They do arrive, they never leave. You never see them go. They're always full. No one ever gets on, but they're always departing. Вы странные ребят какие-то. Dr. Breen again. I was hoping I'd see him. I wouldn't say that too loud. This is his base of operations. Так, тут нету прохода, всего один ГОшник стоит, и там черная комната, которая ждет и манит меня. Пошли. Твою мать. Ну что? Ок. Блин, это прикольно сделано. Типа охранник Барни такой, и на нем эта лагающая маска. Жалко, что тут комнаты нету с тем челом, которого допрашивали. Проходи, проходи. Немножко криво, конечно, но... About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Oh, man,
That's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Здесь, кстати, не было этой трансляции с Клянером. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later. Ок. Так, тут же вроде нет никакой физики, да? Ну да, на Е нажимаю, ничего не происходит. Но зато у нас есть подобие физики первой халвы. Ха! Блин, черт. Ай. Да. Опа. Тащим, тащим, тяжело. Во. Прям как Гейб прописал. В принципе, норм. Ау. Блин, это то место, где сейчас будет этот ГОшник с банкой. Как же интересно, тут это сделано. Такс. Блин, а выглядит, да, ну, синий, конечно, качество, ну да, ну, 98-й год, но все же. Привет. А, да, хорошо. А, типа, просто подними банку, ну ладно, халявная банка. В эти времена она так нужна. Ладно, эти чуваки тут ничего не делают, поэтому пойдем отсюда. И вы готовы? Oh, да. Это выглядит так. Так, даже не знаю, как это охарактеризовать. Так, по 90-му, знаете. Эти звуки. Это цитадель. Наверное, примерно так же выглядело бы Half-Life 2 на PS2. Весьма графонистая цитадель. Прямо, ну, очень даже. Никаких дверей, никаких охранников. О, Страйдер. Страйдер, у которого нет анимации. Сойдет. Тут все очень пусто, но зато есть лестница. Окей. Такс. Привет, мордовороты. Как ваше ничего? Прикольно? Надеюсь. Ну я пойду, да? Здорово. First the building, then the whole block. They have no reason to come to our place. Don't worry, they'll find one. О, это что, сканер? Он работающий? Ну, щелкай меня. Не думал, что это скажу, но... Щелкай меня. Пожалуйста. Да! Это так же ослепляет, как и в Half-Life 2. А теперь вали отсюда. Хочешь мне что-то сказать, дорогой? Так, из всей детской площадки тут осталась только одна карусель. Надеюсь, она рабочая. О, да. Е-бой. Добро пожаловать в апартаменты. Я сейчас прям вспомнил это демку Half-Life 2 на Unreal Engine 4, как это выглядело все там и как это выглядит здесь. Ну, знаете, разницы почти никакой нет вообще. Я не хочу идти в тот темный переулок. Ну, может, ты обернешься? Нет? А. Ну ок. Да. Здесь все очень пусто. Даже в окнах ничего нет. И самих окон тоже нет. Поднимемся выше. Тут должны быть эти чуваки, вот они, да. Привет, как твои дела? А как твои дела? А,
Вы типа со мной следуете? Ну ок. Пошли. Пройдемте, моя армия. За мной. Я ничего не вижу. Где я? Но где я? Во, я нашел выход. Наконец-то. Закрывай. Get in here, quick. А куда ты спешишь? Там как бы... Ну, все норм. Ау. Такс, а вот это мне почему-то CS 1.6 напомнило. Чисто визуально. Эх, графонистая цитадель. Текстурка сделанная. Так, сбежим по крыше мы. Бежим. Не стреляй в меня, пожалуйста. Олень. Это типа все. Окей. Да. Так, в этой демке есть еще парочку карт. Мы их сейчас заценим. Обратите внимание на худ. На нем немножко другой шрифт. Тот, что в Half-Life 2. Тут нам, видимо, продемонстрированы все персонажи этой демки. Вот комбайны. ГОшники, точнее. Ситизены. G-Man. Лодка. Кстати, лодка. Интересно, как ее можно реализовать? Тут у нас зарядник для костюма. Довольно громкий. И... О, детка. Это... Потрясающе! Да-д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 а
Так, давайте заценим пушечки, которые тут есть. Ломик. Пистолет. Так, у нас тут еще револьвер есть. Пока что звук старый. Автомат. Так, что там еще? Дробовик. Вот дробовик выглядит прям точь-в-точь, как в Half-Life 2. Арбалет. Ну, вообще не отличить. Гранатка. И базука. Еще здесь есть АР-2, который я сейчас держу в своих руках, он тут вместо мухобойки. И ничего не происходит. А, подожди. Ну, типа того. Так, гравипушка, которая пока не реализована, но... Просто посмотрите на это, если я сейчас в небо наведу. Вот такое чувство, что я прям в Half-Life 2 играю, разве нет? В принципе, новых пушек больше нет. Я тут, короче, нашел карту, она называется Test Vehicle, то есть проверка транспорта. И неужели нам тут покататься на этой вот замечательной лодке? Твою мать, это великолепно. Я сначала думал, что это будет реализовано типа тележки, знаете, там на рельсовых путях. Невидимыми. Но... Это еще лучше. Правда, пока очень косячно, но это ж Half-Life 1, ребята. Управление как в первом Watch Dogs, на самом деле. Ну, в принципе, ребята, это все, что есть в этой демке. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Скоро вы увидите множество... Спринт есть. Вскоре вы увидите множество, ой, ё-моё, других роликов, связанных с Half-Life, и не только. Поэтому, ну да, всем пока.